Не, я летом в гараже меня не видно. Я же жил там. То есть я-то думал не жить, потому что у меня там какой-то диван не подарили за дриком. Я думал, как-то хочется как дома. Постель, простынка, там, одеяло, все такое. Думал, не буду в этом году. А тут мне так захотелось там остаться. Природа своя. Я нашел еще старое покрывало, которое мы с мамой ходили загорать на пляж. Лежало у меня с тех времен еще. Я его постирал, отутюжил, постелил на этот диван. Все это хозяйство. Ну, уже не лучше. Всем привет. Я, как сказал Лазовский, я впервые за 50 лет. Впервые за 50 лет меня видите. Режек, дайте. Дим, дай, пожалуйста. Режек, дайте, пожалуйста. Вот это же, да, для сыра. То есть ты религию-то не сменил? Вопрос такой, насыпь у тебя. Я, знаешь, все хочу насчет религии-то покреститься. Хари Кришна. Ничего своих это, женщин но менял, это как перчатки. Мужик вот первое она, слово? Может быть? Нет. Омен. Да, мы уже вот, видимо, замахнули, почему мы все тут веселые, возбужденные. Да. То есть ты омен-то, это значит, ты что-то восточные какие-то делаешь? Ничего, а Маринка Суркова еще едет омен из Екатеринбурга, и сейчас она придет к нам, вот прям с автобуса прямо прикатывает. Приходи. Ну, может, выберешься, да, на такси поедешь на 15-й. Да, я тоже думаю, надо сесть. Ближе к экрану. У кого зрение похуже к экрану, поближе. За новой стрельба. Я так хоп, смотрю, а танк у меня классный. Все ровно танк вот так вот едет. А прицел вот так его подвел. Как ударил? Говорит, мишень разрушена. Нет, не мишень, а механизм мишени разрушен попаданием снарядов. То есть, сволочь, ты мишень разрушил, ты бы... Короче, я как попал, вот, ругали, а потом звездочку мне. Ну, ну ты же правильно... Сняли или да? Ну, правильно, под корень я скосил. Слишком правильно. Вот. То есть, какой ты нафиг танкист? Было... Так, дальше по кругу. Да, да. По кругу. Да. Значит... Это кто, дети, внуки? А, так, кто... ага. Дочку сняли. Мы давно бы встретились, а так. Это аппарат или это Маша? Это Видя. Видя, так, ребята, Маша. Маша, иногда вот надо показать. Мишу, Мишу. 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 А я уже... Заснимаю. Нет, ну классно. Нет, а ты девочке на адрес-то какой? Да, сейчас вижу тебя. Ага, попробуем направить. Тебя каждому. Да нифига. Ну, скажи, не, нет, по крайней мере, Жень, да просто скажи привет, чист, ребята. Маша, где как, работает, сколько... Так, где самое, 50 лет, а это мой стакан, Женька, Женька. Если бы ты был девушкой, я бы сказал, я бы тебя люблю. Как я вас всех рад видеть, что предательство? Сейчас я в круг. Ну, ты круг снимал, все. Женя зафиксирован. Как это? Ты до сюда даже не дошел. Снимал. О, класс. Что это? Действительно спортивный. Ты спортом занимаешься? Дмитрий, ты спортом занимаешься? Наконец-то мы тебя увидели. Все нормально. Я не вижу. Я не вижу, куда мы пойдем. Я понимаю, женщина. Подожди, я не скажу. Хорошо, это правильно. Все. Давай. Давай. Девчонки. Привет, Олег. Кто мы? Близнецы. Кто мы обе? Оба два. Оба два. Ты прав. А которая? Как обычно. Ну где? Наберемся. Кто лучше? Ну какая есть, такая есть. Соберемся. Чушь там уж. Чушь там уж. Женька, привет. Как дела? Отлично. Не, он приходил с двумя тортами. Кстати, Антоненко, а помнишь, ты свалился на голландский, выбил себе два зуба? Здрасте.